Всем доброго времени суток. Хочу вам еще рассказать об одной проблемке, с которой я столкнулся тоже на этих наушниках. Но это, в принципе, не только на этих наушниках, на любых наушниках с амбушюрами бывает такая проблема. То есть звук иногда становится тише. И это не обязательно проблема на каком-то программном уровне или что-то с динамиком случилось. Проблема может быть очень банальна. У меня так два раза было. Помню, первый раз я искал проблему, думал, что-то с программным обеспечением, или может быть проблема на самом деле в динамике, он что-то с ним стало. А оказалось все очень просто. То есть я пробовал, перезагружал, не помогало. Оказалось все очень просто. У любого человека есть в ушах сера. И вот тут вот именно на Redmi такая сеточка, и она очень забивается. Вот с этой серой, то есть легко забивается. Вроде бы даже может казаться, что немного, но она забивается. Что нужно сделать в этом случае? То есть она забивается, и звук становится тише. То есть они реально, вот у меня сначала один наушник, помню, как-то тише был, я почистил, потом другой. Потом последний раз у меня оба наушника так тоже чуть-чуть стали работать тише. Я уже знаю проблему, снял амбушюрку, берете вот такую ватную палочку обычно, смачиваете ее спиртом, не знаю, одеколоном можете просто побрызгать, или на крайняк, там, если у вас и одеколона дома нет, и спирта нет, можете перекисью на нее капнуть. Берете, короче, мочите ее. Проще всего, наверное, одеколоном или антисептиком, или спиртом, что у вас есть под рукой, короче. Мочите ее. И вот так, аккуратно, вот такими движениями чистите. Просто чистите сеточку аккуратненько. Ну, спиртом, помню, первый раз, она может, эта сеточка отклеится. Она отклеится, но там есть герметик. В принципе, ее можно потом легко, сейчас я ее даже сниму, подковырну, попробую. Можете ее вообще снять, но я этого делать не рекомендую. Почему? Потому что, вот видите, я ее снял сейчас. Потому что у вас туда внутрь будет попадать всякая грязь, та же самая ушная сера, пыль в кармане, не знаю где-то. И у вас уже будет забьется и будет портиться динамик. Поэтому эта сеточка нужна, не советую ее вынимать. Просто можете даже ее вот так вот, видите, она мне на пальце. Можете ее взять, прочистить, промыть, продуть вот так. И обратно поставить. Ставите обратно, аккуратненько. Она должна прилипнуть, по идее. Все. После этого, после чистки, ваш наушник станет работать гораздо лучше. То есть сразу заметите, что звук стал громче. То есть у меня так было два раза, и это уже проверенный способ. И не нужно ничего перезагружать, думать, что у вас что-то с колонками случилось. Все до банальности просто. Еще, кстати, вам советую, скину ссылочку внизу под описанием. Есть хорошее приложение, эквалайзер для наушников, специальный для Bluetooth. И с помощью этого приложения вы можете на наушниках добавить громкости басов, то есть в низких частот, высоких частот. То есть вы можете полностью звук настроить под себя, как вам нужно. Если вас не устраивает громкость, или вам кажется, что у вас слишком маленькие низкие частоты или высокие частоты, добавить, убавить. То есть, ну, с помощью этого эквалайзера вы сможете сделать звук такой, как вам нужен. Советую. Я просто сделаю громче чуть-чуть на этих наушниках с помощью этого эквалайзера. И я вам ссылочку на это приложение скину. То есть, если вас не устраивает звук в ваших наушниках, и у вас там ничего не забилось, просто вам не нравится звук, и вы хотите что-то добавить от себя, не знаю, басы, не басы, я вам скину ссылочку, и вы с помощью этого приложения скачаете его и сможете сделать звук такой на ваших наушниках, какой вам нужен. Всем спасибо, если кому это видео помогло, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем peace.